Я вчера заказала еду и вот согрела, то есть я половину съела, половину ничего не съела, пожарила яйцо. Это выглядит не очень, но это очень вкусно. И сегодня, кстати, я еще пойду на коррекцию ресниц. В общем, ребят, у меня было время, поэтому я пошла вниз, собрала продукты, которые я вчера купила с Пиндодо. То есть в позапрошлом влоге я об этом говорила, поэтому можете перейти, если кто его не смотрел. Потому что у меня были соревнования 5 дней, и у меня вообще в холодильнике не было ничего. Я сейчас вам покажу, что я взяла, и это стоило реально очень дешево. И я забрала очень много, как по мне. Первое, это вот такие вот йогурты. Тут их 16 штук. Килограмм бананов, только они еще зеленые. Просто 500 грамм зелени. 2 ноги курицы. 2 авокадо. Потом килограмм огурцов, тут 4 штуки. Вот такой вот ананас, апельсины, тоже килограмм. Потом килограмм помидоров, но их реально очень много. И просто взяла вот такие маленькие салфетки. Забрала гранат. И просто подумайте, сколько мне это вышло. Можете подумать, 1, 2, 3. И сейчас я скажу ответ. Все, у меня вышло на 56 юаней. Мне кажется, это реально очень дешево. Все свежее и классное, поэтому почему бы там не заказывать? Чем просто идти в магазин, потом на рынок и все особо таскать. Чем можно просто заказать и забрать через дорогу и все. А, ну и пользуюсь случаем, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там выкладываю все намного раньше. Иногда мы с вами там болтаем. Там все про услуги, как поступить в Китай и так далее. Можете подписываться также на мой инстаграм и мой тикток. Все, мне сделали побольше. Так и вот так. Вот такая вот осень. Сейчас у нас 5 минут перерыва, поэтому я вышла. Такие вот красные деревья. Хоть где-то они есть. По сути, у нас осень вот так проходит. Ема тоже. Все зеленое просто. И я уже так отвыкла от снега. Потому что мы с подругой говорили, то, что даже у них в стране есть переход. То есть, например, там зима, весна, да, все тает, все раскрывается, опять листья опадают, красится в другой цвет, но тут такого нет, и тут время идет очень быстро. Такое ощущение, как будто я живу в одном временном потоке, знаете, а в России я хотя бы как-то видела вот этот вот переход. Сегодня у нас на улице холодновато, я сегодня заказала себе куртку, потому что реально холодно. Сегодня я хочу сходить еще в торговый центр, съездить, хочу посмотреть кроссовки. Просто хочется новые кроссовки. Да, посмотрю и закажу потом. А еще сегодня с другом пойдем на фильм «Веном 3». Вышла третья часть. Ой, резонок, извините. Поэтому, да, сегодня с ним пойдем. Первую, вторую часть, кстати, я уже посмотрела давно. Я уже поела. Смотрите, какой тут туалет. В общем, они мне дали просто листовку и пригласили меня попить тут кофе. Я заказала себе тангауный чай, то есть это молочный чай с тортом. Я не знаю, вот тут так красиво, жесть просто. Даже вот это... Ребята, я только вышла. Я там была 1,5 часа. Мы с тем мальчиком болтали просто обо всем. Мне нужно домой, а потом поехать на фильм. Доброе утро. Такой вот у меня завтрак. Я вчера попробовала вот этот тортик Bon Appetit. Он мне очень понравился. Стоит он где-то 26 чем-то юаней. И вот такой вот йогурт. Но торты тут дороговаты в Китае, но если вы хотите вкусный торт, то да, они столько стоят. Я пришла на это поле, очень много людей, даже не из нашего университета. Те, кто выпускается, можно поискать работу и так далее, но это не для иностранцев, только для китайцев. Я просто пришла помочь своей одногруппнице, потому что ее тут нет. Ей нужна, получается, печать.
Мы встретились с Мейлоной, но только на час, конечно, но сейчас выбирает Мейлона, чтобы пить, а я заказала лапшу. Я тоже сняла ветровку, потому что реально жарковато. В общем, тут есть кафешка, там очень красиво, надо такое туда сходить когда-нибудь. В общем, я поела свою лапшу, и нам дали вот такие вот кексы, очень милые. Там нужно просто отсканировать код, купить торт, и потом он эти деньги тебе возвращает. И он нам дал такие вот кексы. Я не знаю, у меня второй день, что-то бесплатное. Короче, как-то вот так. Ну ладно, нормально. Итак, следующий день. Я только что сходила подписать контракт. Ну, то есть я его просто продлила на следующий год. Сейчас я хуншу, я нашла одну кафешку, и я хочу туда сходить пообедать, хотя у нас уже 2 часа дня. Но я сегодня завтракала, поэтому я не была такая голодная. Но сейчас я голодная, поэтому пойду туда, поучусь. Я хочу помонтировать видео про ушу и так далее. Хочу, чтобы она быстрее вышла. Так, ребяточки, только что пришла домой, забрала посылки, давайте вам по-быстрому покажу. Скорее всего, на долгое время я не буду видеть свои такие прямые волосы, то есть они на самом деле у меня очень послушные, они прямые, то есть как будто бы я сделала укладку, как многие говорят, но нет, я просто помыла, посушила феном, и у меня всегда такие волосы, то есть с детства, и вот когда я хочу сделать кудряшки, я не наносила мусс никакого, просто делала, и они у меня никогда не держались. И я хочу сделать себе биозавивку завтра, и мы с девочками туда поедем. Вот есть Мираида, ее подруга китаянка, она тоже сделала биозавивку, и она мне тоже посоветовала этого мастера, кто ее делал, потому что я тут раз записалась на другого мастера, который делал за 600 с чем-то юаней, то я не знаю, хорошо он делает или нет, а тут вот эта девочка сделала, я знаю, что хороший результат, и стоит не 600 юаней, а дешевле. И я купила себе некоторые средства для волос, поэтому сейчас вам покажу. Я в ТикТоке, на самом деле, смотрела очень много кудрявых методов, я заказала себе некоторые средства, скорее всего, буду делать кудрявый метод, я не знаю, получится у меня или нет, но это чтобы волосы как бы держались кудри. И как я знаю, если у вас пушистые волосы и так далее, можно делать кудрявый метод, и будут ваши волосы как локоны. Первая посылка. Как я поняла, это у нас стайлинг. Я, на самом деле, ни разу никогда не пользовалась вот такими штуками для кудрявых волос, поэтому это в первый раз. Вторая. Так, тут мне положили каких-то 3 пробника. Я не знаю, что это. Но самое главное, это у нас такой вот мусс. Итак, следующее. Такие вот расчески с редкими зубчиками. Вот такой вот зеленый яркий пакет. Это у нас вот такие вот черные джинсы. Они, получаются такие серые, я не знаю, черно-серые. Они стоили что-то тоже 60 с чем-то юаней. А сегодня еще такой прекрасный закат. Клички. Итак, на следующий день мы встретились с девочками в этом торговом центре и зашли туда пообедать. Наш выбор пал на корейскую еду. Мы с девочками заказали сет. Первое блюдо — это у нас вот такие вот жареные яйца, плюс также дали кимчи. Это капуста со свининой, знаете, как квашеная капуста. Следующая у нас такая курица, но она была такая немножко жирная, поэтому мне не очень понравилось. Но самое вкусное — это было вот этот токпоки с курицей и все с сыром. То есть сыр прям очень сильно тянулся. Ну и последнее — это курица с костями, не очень зашла. Кстати, на троих у нас вышло 94 юаня. После нашего обеда мы пошли в парикмахерскую. Давайте немножко расскажу про биозавивку в Китае и заранее скажу цену. Все стоило 360 юаней. То есть, как по мне, это не так дорого, так как зависит не от длины волос. Так как я знаю, в России зависит от длины волос, только будет стоить, но в Китае почему-то не так. Сначала мне помыли голову, потом постригли и нанесли какое-то средство. Я ждала где-то 1.5 часа, потом мне снова помыли голову и начали накручивать бигуди. Мне казалось, что моя голова сгорит, потому что
было горячо, и парикмахер постоянно сушил феном, а именно холодным воздухом, мою голову, чтобы не было так горячо. Так как там очень хороший сервис, нам дали воду и снеки, чтобы мы не проголодались. Но мы заранее все равно смотрели, чтобы нам покушать на ужин. В бегудях я так сидела примерно часа полтора-два, после мне снова помыли голову, и уже все готово. Освободились мы только в 8 вечера, но результат правда стоит того. Мне очень понравилось, и теперь я кудрявая. Ну и наконец-то в 8 вечера мы пошли ужинать, были очень голодные, и моя подруга выбрала ресторан, который называется Green Tea. Он очень популярный в Китае, мне кажется, эта сеть есть в каждом городе. Там была очередь, но моя подруга заранее заняла место, поэтому мы не ждали так долго. Вообще ресторан атмосферный, в китайском стиле, там даже принесли эту штуку. Если за 30 минут они не принесут блюдо, то будет все бесплатно. Но, конечно же, они все принесли. Сначала были креветки со стеклянной лапшой. Я ставлю 10 из 10, мне очень понравилось. Потом свинина с костями в таком специальном соусе. Но мяса было мало, поэтому 8 из 10. Также вот эти розовые штучки, мы думали, что они сладкие, но они вообще не сладкие, поэтому 5 из 10. В следующий раз я бы не брала. И последняя, это курица. Она была очень вкусная и нежная, но очень острая для меня и моей подруги, поэтому пришлось макать ее в такой вот специальный чай, чтобы острота немножко ушла, и это, кстати, помогло. Итак, мой вывод об этом заведении, я ставлю 8 из 10, мне понравилось. На двоих у нас вышло 120 юаней, в принципе, не так дорого. Всем доброе утро, вот так выглядят мои волосы после биозавивки. Я ночью периодически просыпалась, трогала свои волосы, ушли ли кудри или нет. На утро мне вообще показалось, что они стали прямыми, но, как я знаю, нужно там укладывать тоже муссом, гелем и так далее. То есть утром, когда просыпаешься, все равно нужно их как-то укладывать. Итак, я уже дома, забрала байк и забрала некоторые посылки, которые вам сейчас тоже хочу показать. Первая посылка, она у нас такая квадратная. Это тоже для волос, кстати. Итак, в подарок мне положили вот такие вот две расчески. И следующее, это у нас вот такой вот диффузор, специальная насадка для фена, чтобы сушить вот так вот кудри. Но она, кстати, большая такая. То есть вчера, когда в парикмахерской мне тоже укладывали, то есть мы тоже сушили вот этой штукой. И вообще все кудрявые волосы именно нужно сушить диффузором, если вы хотите кудрявые волосы. Ее можно тут регулировать, то есть под фен. Как я поняла, он именно подходит ко многим фенам. Поэтому, да, вот такая вот штучка. Следующее, я заказала бальзам для волос от Pantene. Но я не могла его заказать, потому что из Taobao некоторые вещи мы не можем заказывать. Например, такие, как из-за границы, которые везут. То есть нам нужен именно китайский ID. Но мне хотелось именно этот бальзам. Он стоил 35 юаней, потому что его покупала не я. Я попросила своего китайского друга, чтобы он мне купил на мой адрес. Это у нас такой вот Pantene. Он, как я поняла, из Таиланда. Сейчас на улице стало прохладно, то есть 14 градусов, вот я сейчас ехала, и уже вот в такой вот мастерке уже холодновато реально. Тем более утром, когда я буду ездить на пару, тоже нужно куртку, поэтому я заказала себе такую обычную белую куртку. Вот такая вот белая курточка, она прям тепленькая такая, по размеру тоже мне подходит. И последнее, я заказала себе кроссовки с Poison. Я на самом деле давно как будто не покупала кроссовки, именно от этого бренда у меня первая пара обуви такая. Та-дам! В общем, я заказала себе такие кроссовки от MLB. Они стоили 559 юаней. На самом деле, мне очень понравились именно вот такие вот. Они, кстати, не такие тяжелые, они легкие. Они прям такие бежевые, красивенькие. Также, ребята, все, кто хочет заказывать с Alibaba, Taobao, Poison в Россию, то пишите нам. У нас есть группа в Telegram-канале, ссылочка будет в описании. Можете подписываться, в закрепленных сообщениях есть все условия и так далее. Если есть какие-то вопросы, то тоже можете писать нам в Телеграме, то есть там есть все наши контакты. Можете написать, что-то спросить, если вас что-то интересует, и также делать ваши заказы. Сегодня также такая хорошая погода, такой вот закатик, небо очень красивое. А вот это вот мой ужин, китайская еда. Сегодня понедельник, у меня нет пар, сегодня у меня такой лайтовый день, так скажем. Я уже сходила, забрала продукты, я вчера купила вот такую вот штучку с Пиндодо, пряник с розой, то есть внутри там роза, и это очень вкусно. Она производится в Юнайн Провинс, то есть где я проживаю, и мне очень нравится. Знаете, недавно мне приснился дубайский чоколад, то, что я его ем. И вот вчера я тоже увидела, вот когда покупала вот это, то увидела, что там продают какой-то дубайский шоколад за 6 с чем-то юаней, такой-то маленький. Я не знаю, это, конечно, фейковый, то есть это вообще просто китайский, дубайский типа шоколад. Мне очень интересно, как он будет на вкус. Я думаю, что он не будет вкусный. Упаковали его в такую штуку. Тут написано, что срок годности 3 месяца. У оригинала 3 дня, а тут 3 месяца. Попробуем с вами на камеру. Кстати, кудряшки мне даже очень нравятся, когда с кепкой. Пахнет уже не очень, если честно. Как я поняла, это темный шоколад. Вот такой вот просто обычный. Ой. Это вообще невкусно. Что?
Что это такое? Шоколад такой самый дешевый, реально. Ну, по хрусту, может, похоже, но да это даже не фисташка, мне кажется. Я вообще не знаю, что это. Я его не доем. Очень сложно. Не тратьте свои деньги. Я имею в виду, не тратьте деньги на фейковый. Лучше потратить деньги на оригинал, попробовать его, и все. У меня закончилась пара, я сейчас поеду домой, забрала пауэрбанк, просто раз забыла у подруги. Смотрите, какая красивая красная Тесла. И вообще, погода сегодня просто шик. Если видно, у меня очень замерз нос. Ребята, на этой ноте я хочу закончить это видео. Всем спасибо за просмотр, то, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, это помогает моим видео продвигаться дальше. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мои другие социальные сети, все ссылки в описании. Я всех люблю, мы с вами очень скоро увидимся. Всем пока-пока.